Ребята, всем привет! Сегодня возле украинского посольства художник Асхат Ахмедьяр провел акцию протеста. Он извинялся за всех нас за поведение нашего второго президента Касым-Жомарта Токаева, который в своем интервью Немцовой сказал, что он не признает, ну, типа того, что не признает аннексию Крыма Россией. И вот давайте посмотрим. О, сразу хватает, а? А ведь недавно такая прям в интервью Немцовой говорил, что за одиночные пикеты у нас вообще не преследуют, и в принципе они разрешенные. Но вот как видим, слова расходятся с делами. Ну, во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. Мы считаем, что то, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, испуга, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Сейчас посольство Украины ноту протеста внесло именно в МИД Казахстана по поводу высказывания нашего первого президента. Ну вот сейчас за одиночные пикеты никто никого не наказывает. А те манифестанты, те митингующие, которые нарушают основные положения нашей Конституции, призывают к межнациональной розни, к социальной розни и прочее, к беспорядкам, они, конечно же, будут преследоваться по закону Республики Казахстан. Я же прошу прощения, не Украина прошу прощения, за тебя, за себя. Одиночный пикет, это разрешено в Конституции. Давайте В общем, художник Асхат Ахмедьяров, он живет в городе Астана. Это, кстати, старший брат Лукпана Ахмедьярова, журналиста, известного в Казахстане, журналиста газеты «Уральская неделя». И вот его старший брат, художник, сегодня вышел к украинскому посольству. Он пришел, и вот его хватают. Он просто пришел для того, чтобы выразить свое отношение к тому, что сказал Токаев, ну и извиниться. Вот такая неадекватная реакция со стороны властей. Как один человек может нести какую-то угрозу? И вот прям налетели на него стражи порядка. Зачем они это делают? Перед кем они вообще пытаются выслужиться? Надо действовать в рамках закона. Что человек, что художник может нарушить? Он художественно выражает свое отношение к тому или иному событию. А полицейские вот так себя ведут. Ну, конечно, это идет сверху, по указке сверху, как надо себя вести по отношению к протестующим. Вот такие дела у нас в Казахстане. По этому поводу, что думаете, подписчики, оставляйте свои комментарии под видео, будет интересно подискутировать на данную тему. Вот как-то так. Ну а кому ролик понравился, ставим лайки и подписываемся на канал. Всем пока.